Очень приятно, уважаемые друзья, приветствовать вашу делегацию в гостеприимном городе-курорте Анапа. Нам очень приятно, что ваш муниципальный оркестр примет участие в фестивале «Античное наследие России», который проводится первый раз. История многих тысячелетий связывает наши страны и города. Современная Анапа и греческая Лариса возродили эту связь полтора года назад, став городами-побратимами. После подписания договора о побратимстве дружба продолжает крепнуть. Я хочу сказать, что очень благодарен вам за то, что наши дети из Витязева ездили в Ларису, отдыхали там, принимали участие в мероприятиях. Рассчитываю и надеюсь на дальнейшую дружбу нашу, которая будет крепнуть в интересах Ларисы, Анапы, России и Греции. Сегодня в Анапе проживает более 4000 греков. И в ответном слове глава греческой делегации делится впечатлениями. Многонациональная Анапа живет в согласии. Греки, мы чувствуем с россиянами как братья. Точно. Юрий Поляков предложил апостолосу Калаянису скрепить дружественные намерения записью в книге для почетных гостей Анапы. Мэр Ларисы от всей души поблагодарил всех анапчан и лично главу курорта за радушный прием. В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.